Я хочу, чтобы подрастающее поколение произносило мое имя с отвращением. Это же ты. Ты с презрением говорил о разжигателях войны. А сейчас... Сейчас ты призываешь меня воевать? Эта война не твоя прихоть. Это прихоть Дурьятхана. Он жесток. Он исчадие ада, но не ты. Но я же буду убивать. Ты берешь в руки оружие, чтобы защитить себя, свои права, чтобы восстановить справедливость. Но как же... Арджун, хочешь, чтобы тебя запомнили как труса? Трусы тоже храбрецы. На них держится мир. Но почему ради любви к жизни я должен совершать такой грех? Арджун, мы все когда-нибудь умрем. Но на 100 смертей трусов приходится только одна смерть храбреца. Жизнь червя бессмысленная. Ползать, дышать и жить в постоянном страхе. Жизнь должна быть достойной. Живи так, чтобы можно было собой гордиться. Живи с чувством и исполняй свой долг. Без всего этого, смог ли бы ты прожить полноценную жизнь? Жизнь разнообразна. Не теряй своего шанса на успех. И в жизни, и в смерти ты не должен бездействовать. Действуй, и ты будешь величайшим из всех ныне живущих. Арджун, делай то, что я тебе приказываю. Я заставляю тебя это сделать. Я буду за это ответственен. Я бытие. Я апокалипсис. Свидетель. Я свидетель всего этого. Теперь мои стрелы ничто не остановит. Воздух раскалится от звука выпускаемых мною стрел.